Хе-хей, бездельники, вы на канале Бездельник, с вами Бездельник, и не только. Сегодня мы будем развлекаться в гольфе со своими друзьями, другими настоящими бездельниками, за Маем, Плесенью и Полпрош. А мы, получается, в предыдущих двух сериях, кто не смотрел, ссылочка тут, вот тут, будет в подсказке на первую, после на вторую серию, или вообще на весь плейлист, почему бы нет, да, все сразу, все три ссылки там размещу нахрен. Вот, там мы прошли первые 5 локаций, да? Правильно? Правильно. Первые 5 локаций, давайте с вами сейчас посмотрим, какие у нас тут дальше идут. Играли мы все локации в классическом режиме, изначально пройдем так всю игру, а после уже будем думать над баскетболом, хоккеем и вечеринкой, почему нет? А вы должны будете написать нам в комментариях, какой же режим следующий вы хотите увидеть. И обязательно поддерживайте ролик лайками и подписывайтесь на канал, если еще почему-то этого не сделали. Так, мы сыграли лес, призраки, оазис, космическую станцию, музей. И следующая локация — это будет пиратская бухта. Ага. Ну все, давайте звать тогда всех бездельников и встретимся уже непосредственно в игре. Пиратская бухта. Режим классека. Я загрузился, жду остальных. Ебать. Да. Блин, ну стоп, за что его? Должны были дать как раз таки за прохождение этой карты, по сути-то. Ох ты, Плесень, хорошо, давно не играл. Ой, еще полетел. Да, рука расслабилась. Блин. Блять, надо было с первого раза. Замай, ты с какого? Со второго попал? Да, не докатился. Я что-то боюсь теперь. 2,5, дед. А смысл вообще пытаться стараться, если оно все за полпрош будут болеть в комментариях? Да, ну, ребят, пожалуйста, в комментариях немножко нужно поддержать Плесень, он просто у нас очень обидчивый. Не надо поддерживать. Он у нас очень обидчивый, но он просто обидчивый. Вы это видите, я просто считаю, это несправедливо немножко. Ну, это женская солидарность, скорее всего, неужели тебе непонятно? Это как мужская солидарность. Нет, непонятно. Нету никакой солидарности. Ну, ты помнишь, вообще-то полпрош нас поимела в пропнайте, это месть. Я из-за тебя улетел. Я не долетел. Что-то как-то не получается. Перелет и недолет, да, у вас? Да. Но лучше перелет, чем недолет. Так вам скажу. Думаешь? На этой карте. А недолет что? Ага. А недолет, в принципе, потом в конечном счете как перелет. Со смыслом. А вы все? Да. А, я последний. Тот, кто волк. Волк. Ой, там корабль прям плавает на заднем фоне. Я думал, они все стоят. Лунки тоже какие-то артефакты, или это опять у меня компьютер слабый? Нет, артефактов нет. Может быть, это акули и плавник так выглядит? Не знаю, что так выглядит, но ничего не должно так выглядеть. Ой, как хорошо, блядь. Есть ощущение, что вот это... Ой, это эти придурочные. Да, те самые. Боже мой. Супер. Ой, а он через мою текстуру проходит. Хороший был план. Блять, я все, я. Я помню, что этот уровень такой сложный. А ты не прошла его? Я вообще про всю локацию пиратской бухты. А. Там дальше вроде можно приколоться, но вот это... Блять! За гранью. Меня просто в помойку сметает. Бля, меня живем, тоже. Живем. Пиздец. У меня очень много ударов потрачено, прям бэря. Отлично. Да ладно, не переживай, Плесень вот хорошо встал. Это просто восхитительно. У тебя получилось, что ли? У меня-то получилось, но то, как я встал до этого, это прям... Найс. Да ну что это за чепуха? А ты там еще застрял? Я жестко застрял. Меня эти вот штурвалы... Да, по всем фронтам раскидывают. Так, а как этот прием называется? Голландский штурвал, да? Я тоже хотел спросить, из какой они страны, но они меня очень жестко напрягают. Но они, видимо, из той самой. Ну да, они тебе в самое начало просто выбрасывают.
Не, ну все, это как бы ГГ, джижис. Вопрос, а ты чё за сколько там? 6? Mm. За 6. Понимаю. Так, сосём, да, мы с замаечем? Ну, чисто. А, тут две... О, вот эти плавники ещё. Тут а две... у меня вот тоже плавник. Да, у тебя точно. Да? Понимаю. А может в него надо попасть, тогда его разблокирует? Я уж не знаю, но я если что попал. Тут две лунки, если что. Ой-ой-ой, как некрасиво. Я вот есть. Попал в левую, а вот, за мной тоже ко мне пришел. А вы, я помню, все втроем в правую целились. Остановись! Ой. Пиздец. Так, ну, это было просто. Такое чувство, что плавник он ускоряет, нет? Да, тут... Мне кажется, она как-то... Какой, который на голове или в который бьешься? Не, нет, который вот, да, на ней, на голове. Просто, мне кажется, шарик гораздо раньше должен тормозить. Они сильные. О, папка за два сделал. Я, короче, натыкался на видос, где играют этими яйцами. Там вообще вот неудобно. Яйца! Мы же пробовали какими-то звездами там же. Ну да, ну а это оказалось, в принципе, удобнее. Потому что я вот как бы сравнил это будем и увидел. Будем играть яйца. Ну да, мы же будем все-таки проходить потом, я думаю, на других режимах. Ну, типа, вечер. Я опять в просмотре. Яйца это вам не игрушки. Не, ну погонять-то их можно, ну. Да, вся эта игра похожа на карманный бильярд. Ну в пиратской бухте я не гонял. До этого яйца. Бывали, конечно, другие гавани, но в бухту я не заплывал. Остановись, вовремя. Так это и пошляк. Ставь лайк, если пошляк. Плесень, я надеюсь, ты... Тебе больше 13 лет, конечно. Не, ну почему? Ой, замай с первого раза сделал? Да, силач. В смысле? Мне просто кажется, что в 13 лет типа рано еще. Кто так он думает? Думаешь? Мне кажется, с 7 ну, уже прям... Не думать. Мне кажется, с 7 уже можно. Нет, чушь какая-то. А там, оказывается, можно сразу с стартового удара попасть... вот... у тебя так получилось, да? А я вот тут прокатился и попал. В это. Ну да, я понял. Круто. Лесни сегодня как-то в аутсайдерах. Ну он убогий. У него убогий получается. Но тем не менее на втором месте, хочу заметить. Но тем не менее в комментариях все равно выиграет Полпрош. Тут можно верхом, можно низом, вы знали? Интересная топология, ничего не сказать. Кто придумал? Блять, что я сделал вообще? Ты так же, да? Да. Убого было. Чё вы там творили? Да мы снизу очень криво ударили и никуда не вылетели по итогу. Но у меня лучше получилось, чем у... Наприкалывались там на год вперед. Да, у меня лучше, чем у плесени получилось сейчас. Пройдено с паром. Ой, плесень, ты там сколько уже ударов дополнительно сделал? А тут вроде пишет. Я почти с первого. А, ну да, у него. Я понял. Сколько вот нужно хорошо исполнять, чтобы отыграть один вот глупый, что лайни, конфуз? Блять, перелет. Жесть. Ой, хорошо случилось, хорошо получилось. Ай. Тоже хорошо. Блин, ну с плавником очень красиво, мне очень нравится. Блять, ну как их получить, я просто не понимаю. У нас ачивки, по-моему, даже все одинаковые. У нас даже с плесенью больше, потому что мы... Чё, пора бежать на вики, типа? Да-да-да. Где собрать весь сет? Потому что я в одиночке играл, но я там всего пару уровней же прошла. Нет, а ты вообще в тренировку играл, ты считай, даже не уровень играл. А, да-да-да. А на тренировке там получается просто локация, и ты можешь между лунками, между полями, короче, перемещаться. Они все соединены там. В смысле, там какие-то дополнительные... Не-не-не, там получается, вот смотри, вот на локации 18 лунок, а в тренировке они между собой это будут соединены. Все те же самые, но там будут соединения. То есть ты можешь просто покидать там во все подряд. Они же, да, тут же вроде редактор есть, они все поставили. Да-да-да.
блок. Так, а здесь? А, здесь лучше посередине упасть. А, нет, посередине здесь хрен получится. Вот это я здорово. Прям хорошо получилось, да? Ебать. Я прям улетел на соседнюю карту, наверное. Плесень, посмотри, где я. Я не смог отсюда даже выйти. Я попал не туда. А у меня Берти. Это за... Два вроде. Нет, относительно трех, на два меньше. Пара зависит, типа, насколько меньше, чем пара, насколько больше, чем пара. Ну, за два удара, в общем. Ой, я помню, я в тот раз этот уровень прошел на последнем мече. Я помню, вы надо мной смеялись. Не может быть. Да, удивительно. Такое тоже бывает. Над бездельником тоже бывает смеются. Так что, ребят, вы не отчаивайтесь. Господи, бездельничал. Над бездельником, по-моему, все смеются, нет? Ну, вообще нет. Вообще-то нет. Ну я, конечно, на первом месте, как. Не верю. Ну вот так бывает. Да. На какой мощность? На полную не советую. Ага, я понял. Не советую вот эти вот устраивать. Подлые ходы. Блять. Ой-ой-ой, некрасиво. Да. А вы что, прошли? Да. Прикол. Я человек простой, я вижу лунку, я залетаю. Ой, хорошо было. О, супер. Угу. Боги! Боги! Ну, папочка все равно на первом месте. Я настоящий пират, если вы понимаете. В таком случае я без отцовщины, раз ты папочка. А тут можно с первого раза пройти? Навряд ли. Тоже так думаю. Там можно попасть на верхнюю пушку слева. Ну и что это? Главное, чтобы пушка выстрелила. Ой, господи, она реально стреляет. Вот, а ты в тот раз говорил, не стреляет. Ну она не стреляла. Че, реально затаймить? Вот, у меня тоже не выстрелило, блядь, я в воде. Прыгай до последнего. Нет, это я на очень маленькой скорости. Надо вот опять. Затаймить, блин, чтобы тебя этой крышкой подпинуло. Это не выстрел называется, это называется чушь какая-то. Ну и все, я прыгаю, он ничего у него не получается, ничего. Блять, и у меня не получается. А у меня все получается. Крышечка. Блять, ну это я жесть. Я вот просто пролетал через нее насквозь, я ждал, пока она откроется, я думал, в этом смысле. 8 ударов, ёбаный уже. Вот. Нужно, короче, сделать так, чтобы ты... Блять, а можно остановиться? Чтобы ты медленно туда влетел, крышка закрылась, и тебя именно выпалило оттуда. Жесть. Только так. Жесть, ты умный. Его идеи будут актуальны всегда. Вы за сколько прошли? Ну, 11. Понимаю. И что теперь? Ну, папа все равно выигрывает, папочка, пока. Ой, а тут лучше слева, да? Что он на как? Тут лучше слева, да, правильно? Ну тут же вроде одинаково, нет? Так, я пока не понимаю. Вы бы видели это. Я видел, немножко. Это ты с одного удара, да, так залетел? Да. Везет. Крутой. Блять. Ты это видел? Нет. Ну ладно, посмотришь на канале бездельник. Минуту не забудь. Да, ну ладно. Бля, минут 14. Вот, оставь. 14. Отлично. Не, на таких роликах я тайм-коды не делаю. Я только делаю на легендарных прохождениях. Там, ну, знаешь, тайм-код проеб за мая. Ну, кстати, это, было бы смешно. Просто на каждую секунду, да, можно ставить, когда я в кадре. Начинается с 00:00, заканчивая последние секунды. Да, кстати, ролики не смотрел, но типа
Вот создание персонажа мне было интересно. Это типа Сквидвард. Ну, то, что ты не смотрел ролики, мы вырежем, такое говоришь. Нет, чё, создание, чё персонажи? Ну, создание персонажа, это Сквидвард из мемов с большой квадратной. Нет, а ты не видел Прометей? Прометей, но он похож на Сквидварда, на того. Похож, да. А это вообще, да, типа из Прометея. Вы видели это. Вырезайте за мой. У тебя получилось? Да. Блядь, ты... Жалко не с одного, с двух. Пиздец, блин, какая сволочь. Жесть, а тут надо подрассчитать. Сука! Такое MLG. Но мы не будем смотреть, потому что мы и не увидим. Мы и не увидим, блядь, да, конечно. Блядь. Ой, блядь, ой. Тяжело. Блять, жалко не получилось. Жалко, блять, не хватило. Блин, пол... да прыгнуть нельзя. Ну все, попрошу. Кажется, пора остаться в воде. А чё, шапочка реально рыпается куда-то или это? Не, она просто двигается, куда типа мячик летит. Вот. Нет, в смысле, у меня сейчас она просто как-то... за три, я думал. А, да, за три, не за два. Но он просто двигается. Не была у шарика, я не знаю, как это объяснить. Типа, ну да. Типа у шарика есть лицо. Вот. И куда смотрит лицо шарика, туда направлен плавник. Это так работает. Ну, это что получается, что лицо шарика было направлено вверх, когда он оказался? Да, да. Он типа упал на спину. Жесть. Очень сложно, согласен. С первого раза пройти. Понял. С первого раза можно пройти? Да. Ты прошла? Нет, я с второго. Плесень. Я не могу выбраться из канавы. Конечно, yes. Потому что ты в канаве, блядь. Ну, помойки. Ну, смотри, в другой уже. Мылс. Плесневелый, ты же постоянно я в канаве должен. Я заметил, что у вас чате звучало как кукарекание. Кстати, у меня тоже артефакты в лунке. О. Так что это не плавник. Чего, какие артефакты? Ты же этот артефакт, ядрить его в поле. Ну, крутые артефакты. Ничего не понял. Артефакты, бабло, есть! Ну, артефакты графические там, поняла, попрошу? Ну, ты не шаришь просто. Ты просто не шаришь. Хорошо. А бывает порнографические артефакты? Если качество 240p сделаешь, бывает. Не, ну почему? Если илда больше, мне кажется, это можно уже артефактом назвать. Уникальным. Блять, я вниз сейчас скачусь, пизда. Я мог с двух пройти. Ну, ты любитель, конечно. Мог, но прошел я. С одного? Или с двух? С двух, да? С двух. Блять. Тут с одного не долетишь ты чё. Не долетишь. Ну да, кстати, согласен. Не долетишь. Нет, не если боком. Да, там вон какие-то... Ну, скаты, склоны. Да. Вот по ним. Так, а самый лучший глаз — правый глаз. Нет. А, ну да, типа. Типа... Угу. Отлично. Супер. Бля, какая мощность, ребят? Чё-то есть ощущение, что меня обманули. Ты вниз упал, да? Довольно. Ты вниз упал, там остался? Я, да. Походу на максимально, да, надо ебашить. Нет, не на максималку. Да, на максималку. Чтобы в какой попасть? Это да. Ну зависит... хоть в какой-нибудь. Нет, у меня не на максималке. Нужно потолок удариться. То какой я? Получается, все-таки... Туда. Да ни хрена тут не получается, это бред какой. Я за парк прошел. Там, чтобы пройти... А все, что ли? Нет, плесень. Есть ощущение, что не особо тут поддается тебе, в какую тебе надо попасть, потому что нужно. Да, там середина, да, там получается в носу, вот это, где отверстие, там нужно закрутиться и вылететь правее, чтобы выбрать я идеальную знаю, траекторию. А я по воде прошла. Снизу получается, да? Угу. Господи, как это получилось? Тут нужно прям в серединку. Идеально. О, а тут тот самый уровень, где нужно попасть по конченому в самом конце. В
осуждаю. Что, кончено? По конченому осуждаешь? Смотрите, а уровень с тентаклями есть, а с плетками и японками будет. Ой, блядь! Интеллектуал. Прям наверх. Блять. Плесень, лузер. Я ударю! Да это какая-то чушь. Мне не нравится этот уровень. А тут получается можно удариться, а верхнее небо. А, не, все нормально. Получается жестко от скилла зависит точно. Конечно. Я залетел. Я тоже с первого раунда, блядь! Полпрош, сделай удар левее, еба. Мне кажется... Фартануло. Я на полном ходу... Он тебя выкинул? Нет, не выкинул. Нет, он тебя наоборот, типа, поднял, да? Очень нравится. Интересно. Геймплей. Полпрош. Охуенно. А он тебя в тот раз также, по-моему, выкинул в самое начало, да? В каком-то уровне. А вот Замай также выкинул. Я чисто сейваю эту хрень кинул. Опа. Крутая. О, получился. Да, а верхнее небо можно удариться. Можно очень сильно выстрелить. Вот, когда вот сейчас опущено. Вот так нормально. Вот так хорошо. Вот сейчас разговор. Стреляй на всю. У меня просто слов нет. Стреляй на всю. А время все. Кошмар. Ну ничего, ничего, полпрош, ты же выиграешь в комментах. Не, я считаю, что как бы так сложно, потому что нельзя выбирать вот клюшку, вот это все. Ну можно выбирать размер. Получается, мы с бездельником выиграли? Ну, настоящие бездельники, получается, трумы. Так, что следующее у нас, какая локация идет? Да настоящие вы эти, голландские капитаны. Один капитан, другой рулевой. Да, понял, понял. У нас, ребят, следующий вулкан. Тоже, по-моему, там есть гравитационная тема, как в космической станции. Это же типа вулкан на Марсе будет. Черных дыр, по-моему, здесь не будет, но тут будут трубы и гравитация. А как гольф-туры на Марс? Ну вот прямо сейчас, получается, будут. SpaceX проспонсировал. Вон, видишь, смотри, какой кибертрак справа. Не, машина, например, так же выглядит. Крутой, крутой. Ощущение, что тот, кто все это делал, он хотел нас кибертрахнуть. А что происходит? У вас тоже обзор уровня? Да. А с каких пор такое показывает? У меня загрузка встала, и все, ничего не происходит. А, может быть, потому что он вылетел? Нам такое показывают? Я не знаю. А нам не хотят показать? А, да, у меня не отвечает. О, ну понятно. Так а нам-то как теперь выбраться? Ну, получается, теперь заходим. Смотрите. Так а прям в игру у меня не предлагает ничего? Ну да, я просто закрыл. Я сейчас уже перезахожу. А, вот сейчас, кстати. Вот такой вот краш-тест на Марсе случился. А я одна игра. Замечательно. А, нет. Или мы вдвоем играем. Может быть, тогда проблема была во мне, как в хосте, поэтому такая ситуация произошла. В любом случае, перезаходим, да? Нет, стоп, вы-то можете просто выйти в меню, нет? Я, пожалуй, перезайду. Лучше перезайти, у меня что-то не получается. Знаю, я прикол от этой игры, я кометы уже летал на другую планету. Мне подсказывают, что с Марса можно вообще так улететь, что не вернешься. Так, ну все, я вас приглашаю. Ну это прям реально, да, хуёвая презентация SpaceX или Кибертрак, когда разбивается стекло. А хуёвая? Это же наебаловые финансовые пирамиды. Ну у нас прям вот так сейчас и получилось. Всё, плесень залетела, ждем вас двоих. Залетаю. Сервера решили немного побездельничать просто. Ну да. А глупо шутить можно или все еще нельзя? Не-не, очень глупо нельзя. Да, блин. Очень глупо. Никогда нельзя. Тяжело сдерживать свою глупость, конечно. Я тебе каждый день об этом напоминаю. Так, все, вулкан классик, поехали. Ужас какой-то. Ой, Дианон по вылету. Долго загружается этот уровень. Все. Нет, нормально же загрузился. Блять, вот в тот раз я прошла с первого. Отлично, блядь. О, плесень тоже упал там очень быстро, как и я.
Ой, чуть-чуть не долетел все с первого пройти. А как я понимаю, вот это вот... А, я сейчас третьего пройду. Вообще не нужна. Тебе не нужна? То есть... Можно все вот эти платформы убрать, и мало что поменяется. Ну да, да, да. Они даже по сути не помогают, а мешают. А вот это заново мне не понравилось. Да ладно, ладно. Тут можно с одного же пройти, да? Блять, почти. Но я ближе всех был. Не, ну может и можно, но... Разминочный. Плесень, фу! Кажется, довольно непросто понять, ну, как бы, сколько времени тратится на все вот эти вот перемещения, в какой момент. Ну да, синхронизация туда-сюда, хуё-моё. Ой. Понял. Вас понял. Чисто, если на опыте можно, наверное, жестко наисполнять. Это шутка. Круто. Ага, мне нет, скачешь. А, да, все, я понял. Изначально просто не видно, что... Тяжело понять все-таки, где склон, не знаю. Да. Бля, Плесень вообще ужасный игрок. Мне кажется, нужен его кик. Даю вам фору. О, тут начинается ранец. Все помнят, как пользоваться? Да. Нет. Как пользоваться? Ну, по ощущениям, тяжело. Так, ребят, ну я прошел. Я не знаю, какой я дичь исполняю люди. Почему? А ты где? А там, если жестко разогнаться, то реально... Во-во, еще. Во-во-во-во-во. Ну все, ну не пройдешь первый раз, но уже лучше, все. Чуть меньше единицы. Первого, мне кажется, это вообще дичь. Ну да, это прям по-больному. Чуть меньше, да, все, отлично. Ать. Больно. А, он тебя выкинул, что ли? Я чуть не понял, что произошло. Что случилось? Прошу, он тебя выкинул, получается? Не будет черных дыр. Кто выкинул? Лунг тебя сейчас выкинул под конец? Нет. А, нет. Почему не будет? Ну, мне бездельник обещал. Нет, я говорю, я не помню. Мне кажется, что не будет дыр, но будет гравитация. Что да-да, блядь, нет-нет. Не, ну я жестко на бездельничал, аж сам не понял, что получилось. С первого раза? Нет. Я про ситуацию с дырами черными. А. Так, тут рансом вверх, да? Блять, охуенно. А-а-а! Ничего себе. Тут порталом. А-а-а! Ебать, там в портал можно попасть. Вот, а я его и не видел, жесть. Ты вот... спрашиваешь, да? Бля, круто. Я в него не попал. Ну, потому что лошар. Ну, это, конечно, зря. Думаешь? Не знаю. Но я паром прошел. Хочу в портал. Нормально. О, мать. Это со второго? Да. Ну, крутой, ты крутой, ничего не скажешь. Я знаю. Ну, это, получается, с одного можно? Да. Если не тупить. Да. Жесть. Так, тут лучше левее, нежели чем правее. Все люто сосредоточены. Да, просто максимально сосредоточение. В гольфистских делах. Так, ладно, я понял. Так это не работает. Берди это минус один к пару. Ой, плесень красивая, у меня так же получилось. Мужчина, молочина. Не, ну это сильно. Ну у меня много ударов, потому что я там вначале пытался красиво. Да ладно, не оправдывайся, все равно тебя никто не поддержит. За исполнение много ударов. Тебя все равно, плесень, никто не поддерживает в комментах. Это я знаю. Я считаю, что вот эти вот попытки снискать славу, это все мирское. Ну что это? Да не нужно. Валим. Блять, что это такое? Ребят, не поверите, с двух прошел. Не верю.
А ты поверь. Увидишь на канале Бездельник 29 минут 45 секунд. Мафак. Но мы не смотрим видео. Научился секундомером пользоваться и сидит хвастается. Не, вообще у меня в ВБС все показывается. Черная дыра что-то насиловала и вунку выпинула. А какая по счету? Их там три, да? Или две? Я не знаю. Не знаешь? Там ничего не понятно. Не все на одно лицо. У тебя столько было черных дыр, да, что ты уже сбился со счет. Осуждаю. Ну, ну нет, я про черные дыры вообще-то. Да я понимаю. Ну, засасываешь. Одна чернее другой, это осуждаю. Осуждаю, осуждаю. Черные дыры все на один цвет. Я вам устрою осуждение. Я куда-то в текстуру вообще провалился. В секстуру? Ты так сказал сейчас, да? Да. Вейс Вентура. Нет, нормально. Что это такое вообще? Это игра. Забыл? Почему? Почему? Что вообще? Я не буду говорить. Мне что-то по текстурам реально швыряло. Да ладно, ладно. Что ты не будешь говорить? Да признайся уже. Читы опять включил свои. Через текстуры. Я не собираюсь тебе ничего отвечать. Почему? Потому что черные дыры? Да. Потому что если форточку открыть, холоднее станет, а вот менее душно не станет. И не трогай говно, оно не воняет, правильно? Это что-то из этого? Тут можно, кстати, с первого. Хочешь, трогай, как бы, да, в принципе. Тут с первого можно. Никто не ограничивает. Ага, можно, блядь, если осторожно. Ебать, я куда попал? Да я не думаю, что все эти вот ограничения, они необходимы. Сука, блядь. То, где я? Я подпишусь, пожалуй. Сука, блядь. А чё? Высказывание сильное. С паром, блядь, мог бы за два, мать вашу. А, нет, фу, повезло, прошу. Я думаю, в комментариях тебя поддержат. Нет, конечно. Ну... Тут, а куда она денется? Так, у меня есть все шансы пройти. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут, я помню, в левую лучше. Такое-то ой-ой-ой, конечно. Ой-ой-ой. А, блядь, тут заряд всего лишь на 15, круто. Да, вот где это написано? Блядь, что происходит? Как это понять? Ой, как плохо получается. Ой-ой-ой. Там черная дыра, ребят. Есть черная дыра. Плавовые движения. Пиздец, как у бога. Вы прошли? Почти. Лунки уже. Прошли. Блять, повезло. Я много ударов лишних сделал. Пизда. На 6 ударов больше пары. Нормально. У меня на 4. Ух ты ж, нихуя себе, это как так-то вообще получилось-то? Ну это просто не кривые руки. Килл. Умеет. Понимаю. О, я вот этот уровень так и не прошел, помню. Понятно. Бля, я вниз скатился с какого-то лешего. Я вообще не пойму. Ничего не понимаю. Ничего. Почему? Не. Вот там налево можно превратиться в джетпак, но куда ты полетишь? А нахуй превращаться в джетпак, если его нужно на себя? Смотрите, какой он грустный. Плесень? Со своим джетпаком, да. Ой, ты прям в дырочку! Ой, ты! Па-па-па-пам! Там налево! Нет, там налево! Можешь налево! Смотри, если ты налево, то потом нужно опять налево. Там же стрелка даже. Вот, вот, левее, левее надо. Вот, вот смотри, вот, вот, вот левее. Там нет, зеленый отросток. Это какая-то дичь. Зеленый отросток видно. Во! Все, осталось пару ударов. Можно даже за два.
Или даже знаете. По-моему, всего того же самого можно было сильно проще добиться. Это обман ну, какой-то. Да, по прямой, я согласен. Налево никому не надо. Да-да-да. Это какая-то лажа. Ну, я посмотрел, проверил, понял. Понял. А тут можно в камень попасть, и камень выкинет в черную дыру, а черная дыра закинет дальше. Больно. Звучит надежно, как швейцарские часы. А можно перелететь, в принципе. Кока-труп. Трубы мои трубы. Нет, трубы. Блять. Сука. Сука. О, плесень, ты отсасываешь. Я знаю. Где вообще? Это... Да я же сквозь него пролетел! Вы это видели вообще? Да, да, все видели. Не, на реплеях чушь показывает, мы не можем ничего сказать. Ну-ка, покажи, мастер. Жесть, крутой. Туристика какая-то. Слабо ударил. Ну это ты, конечно, слаб. Слабак! Ну игра Яна не хочет, чтобы я выиграл. Не похож на сильный удар. Ну да, потому что папочка в деле. Папочка опять, блять. Скилл. Позор это, а не скилл. Думаешь? Знаю. Не ври. Зачем ты врешь? Зачем подписчикам врешь? Я в текстуре. Дрянь какая. Ой, там какие-то эти... Втулки для ануса. О, что это такое? Да, то есть, погрози. Ну эти, ну вон, посмотрите, булыжники выглядят как эти. Те самые, понимаю. Ну как они называются-то? Пробки, да? Не втулки. Блять, я вылетел из дырки. Втулки. Ну в отверстия, которые вставляются. Со смазкой. Ну лучше втулки. В общем, ставь лайк, если пошлый. Нет, чувак, я не со смазкой, не без смазки, но всё-таки не данное видео я лайкать не буду, советую. Ну это, конечно, да. Ладно, вы чё, втулки, блядь, ни разу не вставляли. Ты работаешь на заводе. Чисто. Что-то я тут летаю. Да, интересное положение. Блин, хочу в эту трубу. Хочу в трубу. А со смазкой или с втулкой? Попал в трубу! Она смываемая, кстати, погоди. Втулка? Ну лучше, конечно, чтобы смываемая была. Не, я слышал от них одни проблемы. И это даже если не начинать их пихать куда не следует. Я не знаю, я где-то застрял, короче. Ну... Ну это, короче, конечно, да. Пизда. Пойдет. А, блин. Бля, very хуёво получается. Это же бред. Бля, пиздец, очень хуёво получается. Ой, удар закончили. Да? Понимаю. Да-да-да, не удивляйтесь. Как-то странно. Ну все, вот он и попадает в мою лигу чисто. Такими темпами. Ты залетел где-нибудь? Нет. Бараш. Только настоящие мужики, блядь, прошли. За 10, нахуй. За 5! Ты чё кричишь-то, ладно? Потому что это... Кто бы пиздел? Крикун, блядь. Я крутой. Да ладно, не пизди. Понял. Ты видел за там сколько? Ты видел там сколько черных дыр вообще, ёбнешься? У тебя столько никогда в жизни не было. Я не понимаю, зачем они там. Я не хочу с тобой разговаривать. Ты очень мерзкий, противный. Я пошлый? Нет, мерзкий и противный. Это разные вещи. Знаем одного пошлого. Так. Бля. Плохо получилось. Нормально. У меня хорошо. Я слышу, там это. Кто-то в него не верит. Да. Мы не верим. Я рассказам чужим не верю. Пока сам не проверю, не узнаю.
Я буду подальше от тебя втулки держать. Конечно. Черные дыры я бы тоже поберег. Блин, столько вот глупостей на уме, хоть записывай, а. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почему? Нет, проще стать летсплеером, тогда глупости просто постоянно озвучиваешь, вот тебе летсплей. Ой, не знаю я, кем можно стать с этими глупостями. Мне кажется, правильное решение... Я не пойму, как эти стеночки работают. Никому эти глупости не рассказывать вообще. Настолько пошлый? Ой, блядь. Ну такой чисто, да. Ноль лет. Понял. Блядь. Ебать, меня через текстуру выкидывает. А вы где застряли? Мне вообще, блядь, не нравится. Вы где застряли? На горке. Я сейчас посмотрю, кто где. А ты прошел? Да, но достижение сомнительное. А какое достижение? Ну, на уровне вот глупости тех, которые я выдумывал. По какой меня гравитация хватанула? Там гравитация, если ты высоко поднимешься. Она тебя нахуй сносит. Ну да. Ну я сдаюсь. Слава богу. Стоп, а тут 17 лунок? Надо было в правую, блядь, плесни. Я тебе еще в прошлый раз говорил, в правую лучше. Я что, это запоминать, что ли, буду? Конечно. А что тебе еще помнить надо? Истории всякие. Как зубы чистить? Я иногда забываю. А втулку как? Вот из-за тебя мискликнул. Из-за меня, блядь, да. Сейчас опять из-за меня всосешь, да? Давай. Там... Ой. Красиво. Так, из-за меня или не из-за меня? Я же не базарил под руку, вот. Ну я... Он просто выигрывает, я не хочу, чтобы он выиграл. Проиграл. А, время вышло, здорово. Лох. Папонька, на первом! На первом, папонька! Да! Да! Ой, тут... Боже, это чё? Глубоко вниз надо. А втулку взять с собой? Я бы взял. Ой, полпрошни повезло, мне тоже. Да я просто не особо поняла, что нужно делать. Да, блин, ну просто такие пролететь. Тут глупости, конечно. Просто нужно не встречать препятствия, тогда все будет чики-бомбони. Вот. Я на полную встретил препятствия, просто... Да ну... Ой, плесни, лох! Ну это ГГ. Ебать, меня через трубу выкинул. Пиздец. Замай, ударь на двоечку ударь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ударь на двоечку, я с нижнего края еду на помойку. Ну что это такое? У меня тоже не получается. Страшная вещь тут происходит. У меня тоже не получается, жесть. А ты смотришь, что ли? Нет, тут все, блядь. А, тут все еще. А, я самый последний, да? Круто. Блин, да что ж такое-то? Блин. Действительно. Не трогай. А-а-а, да почему? Ну давай в безопасненькую зонку, давай. У меня эти стенки во все стороны, блин, кидали. И у меня кончились удары прямо перед финишем. О, банцы! Двойной боги! Ой, хвастается и хвастается. Попросите, лучше направо сначала. Зачем? Чтобы в другую сейф-зону попасть. Вау, как? Быстрей стреляй, быстрей! Не, ну вроде не пойду. Блять, время! ГГ. Пиздец. Пресс F. Так, ну чё, бездельник, серию что ли заканчиваем? Две локации пройдено. Получается, все... что так. Все подписчики сейчас должны поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал, если еще, короче, этого не сделали, стать настоящими бездельниками. И чё ещё? Написать... Обязательно поддержать кого-то из... Игроков, да. У нас тут из вариантов это бездельник, полпрош и замай. И все, больше вариантов нету. Больше вариантов нету, как бы. Ну ладно, Плесневелову тоже можно поддержать. Ну и короче, что, всем пока, с вами были бездельники. Ну-ка. Пока-пока. До свидания.
Bye-bye.